Ты закончил с насосом? Помоги подготовить освещение. Операция Blackout начата. Местных рабочих в живых не оставлять. О, черт! Мы это предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен. Как думаешь, что здесь? Не знаю, но говорят, приборы тут зашкаливают. Давай зачистим сектор, пока не прибыл командир РУ. Мы будем готовы. К нам инспекция, готовьте. Черт! Не волнуйся, я его починю. Что-то затянулось. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трепку. Кто это там у ворот? Археологи уже здесь. Надо спешить. Так, давай избавимся от трупа. Ты следи за полицейской волной. Когда доложим, насколько стрельбы сообщили. Горка подкрепления уже в пути. Нужно подготовить срок их прибытия. Чёртовы археологи. Наконец-то от них избавились. Они уже долго пытались все здесь выпихать. Ну, кое-что они нашли. Надеюсь, оно того стоило. Да, не надо было лезть не в свое дело. Лагерь — это лидер Гаммы. Где подкрепление? Не надо мне заливать. Сектор зачищен, но нам нужно прикрытие. Наверняка это кто-то слышал. Вторая часть плана. Сказать местным, что мы подстрелили бешеную дикую... Противник! Ко мне! Противник обнаружен! Я вы слышите? Прием! Пора закончить с этим! Давай, огонь! Подошла.
знаю все. Стойте! Не трогайте ее. Лара Крофт. Не так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Где серебряный ларец? Отдай его. В безопасности. Не у тебя. Я даже подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца апокалипсис, смерть, солнце. Ты лжешь. Лара, ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами, и это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Забрав ключ, ты дал ход апокалипсису. Ты осознаешь весь масштаб трагедии? Течение началось. Теперь мое дело остановить его, пока не поздно.
Лара! Я так волновался. Конец всему. Ты о чем? Домингес. Кинжал у него. Из-за меня. После всех мучений отца я дала Тринити то, что они искали. С помощью ларца и кинжала он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю, он надеется искоренить грех и слабости. Такой человек. Мы должны его остановить. Это все я виновата. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, 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 нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них, найти серебряный ларец. Ладно, сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за ларцом. Какая безопасность, если он отыщет ларец? Мне надо идти, только я могу! Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара! Не взваливай на себя вину за это! Этим людям нужна помощь. Сделай доброе дело сейчас! Тем более, что у нас вообще есть загадка. Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму самолет. Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано... Иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Это она! Не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и Тринити легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куакьяку. Давай.
Потом пригодится. Прихвачу с собой. Иона! Кто-нибудь меня слышит? Эй! Кто-нибудь! Где они? Надо их найти. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Обезьяны. Огонь. Кто-то должен быть рядом. Эй! Иона! Мигель! Я даже не думала, что буря будет такой сильной. Это все моя вина. Надо было послушать Иону, надо было все продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал, и остальные деревни в порядке. Нужно остановить череду бедствий, пока не поздно. Сюда упал обломок самолета. В этом грузе мое снаряжение. Надо его срезать. Thank you.
хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Пойдет в дело, но нужно больше. Раз то, что я искала. Только нужно еще несколько. У меня есть все, что надо. Пора назад в лагерь. Достаточно острый. Их все равно что-то держит. Да, теперь я заберу снаряжение. Ну почему я все вместе не упаковала? Ты где? Черт!
нравится мне это. Мигель? Ты где? О, нет. Мигель? Мигель?
Вот часть обломков. Иона! Я думала, ты погиб. Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Он не выжил. Что у тебя с рукой? Да какой ты паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Ты знаешь, что делаешь? Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Я. Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй! Я за тебя. Это мой выбор. Как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Но, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо. Илай. Мой кузен. Он был тот еще паразит. Пока, Илай. Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувакьяку. Там мы заночуем. Заметано. Ладно. По-моему.